Публичные слушания начались с речи главы Ленинского района Валерия Венцеля. Время его выступления жестко регламентировано и не должно было превышать 20 минут. Он обстоятельно разъяснил пользу преобразования района в городской округ. Городские округа в Московской области, допустим, ремонт подъездов начинают еще с февраля месяца. Объединение бюджета позволит сэкономить существенные средства. Также в городском округе значительно сократится число чиновников в поселениях, что позволит решать многие задачи гораздо быстрее. Власть сосредоточится у руководителя округа и совета депутатов. При этом система управления в самих поселениях будет упразднена. На сегодняшний момент муниципальный район, как система управления, себя изжила. Оперативно реагировать на те или иные изменения, особенно связанные с антикоррупционным законодательством, практически ставит все закупки по как руководитель учреждения, заявляю, в тупик. Поэтому эта мера крайне необходима и нужна в сегодняшний день очень сильно. На протяжении порядка полутора часов жители задавали вопросы о том, как изменится жизнь на территории с новым названием. Инициативу преобразования района в округ в зале поддержало значительное большинство. Активные жители района, такие как Гульнара Романадзе, высказывали свою позицию, где основным тезисом значилась польза для каждого гражданина, проживающего в муниципалитете. Я считаю, что это плюс, поскольку все мы помним, когда руководил Василий Юрьевич Голубев, не было поселений, был, собственно, один район, и было все замечательно, ни у кого отрицательных отзывов нету. Но сейчас возвращаемся практически к той системе, поэтому считаю, что это большой плюс. Свой вопрос задал и представитель партии «Роста» Роман Харланов. По его словам, с переходом на округ власть может отдалиться от граждан. Однако тут же предложил свое решение – увеличить численность членов Совета депутатов до 34 человек. Конечно, не везде, возможно, было оправдано создание городских округов на базе сельских поселений и так далее. Но это отдаленные районы, тем не менее, уже прошло определенное количество времени. И там, где были созданы округа, благодаря вот этой синергии, объединению финансовых потоков в единый бюджет, получилось дать новый темп, задать хороший темп развитию экономики региона в целом. В отведенные на слушание 2 часа было задано множество вопросов. А по итогу собрания стало ясно, большинство жителей Ленинского района готовы к тому, чтобы жить в городском округе. Арсений Рогозянский, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.